Всем привет, дорогие зрители канала Папа Юсов. Да, выгляжу очень уставший. Да, работаю, друзья, работаю. Друзья, и здесь я вам показал, который ремонт до ремонта, что был квартира. Вот хозяин разрешал, снимаю для вас. А что мы делали, как ремонтировали, друзья, до и последнее, короче. Посмотрите, короче, обязательно. Ремонт закончился, друзья, уборку тоже делано. Все закончилось, все замечательно, немножко вечер, у нас Рамазан начал. То только покушали, сразу начали, вот. Уборка тоже только что закончилась. Место, локацию шикарная, красиво, люксовая. Короче, человек что заказал, я плюс сделал, друзья. Сейчас я вам все показываю. Но у нас, короче, цена не выше. Если вам ремонт нужно, обязательно пишите наш инстаграм. Я приду, оцениваю ваш ремонт обязательно. Потому что много чего я слушаю, такую маленькую работу огромно плачено. Человек, потом еще раз мы едем, делим. Жалко вас, нас. Все, не испортите материалы, дорогие зрители. Короче, пишите меня, приду, делю. Покажу, что мы делаем. Друзья, здесь главный балкон. Вот немножко увеличиваю. Видите, здесь была очень плохой свет. Поменялись, покрасили квартиру. Внизу, короче, плитку делали. И здесь наш разговор не было, друзья. Я так посмотрел, не подойдет. Я сказал человеку, материал от меня, работа от тебя. Согласаешь? Человек говорит, да. Вот плитку делали. На эту плитку, короче, я так нашел. Хорошее место, так близко я вам показываю, вечер не очень такой. Да, делали, друзья, плитки, там побелили, и здесь, короче, труба сломана была, поменялись, полностью труба, покрасили труба. Все, короче, смотрите, и здесь важно, что ПВХ сколько, старый, да, надо быть, хороший силикон делать. Очень красиво, аккуратно надо делать силикон, друзья. Обязательно. Если хороший силикон не делаешь, если окно у вас там замечательное окно, да, опять будет течет вода. Вот. Силикон все полностью мы делали. Очень красиво. Везде делали, не только там. Везде закрывали. И еще сверху покрасили. Так даже не выглядит. Смотрите, вот, конечно, они минимум 15 лет ПВХ, минимум. Пойдем сейчас в комнате, зал, друзья, здесь закрываю дверь. Это тоже я вам показываю, как дверь закрывается. Открываешь, закрываешь, вверх поднимаешь крепки и покуритишь. Очень-очень просто. Топление систем мы делали, друзья, потому что стена ломает, которая очень-очень трудно было. Вот и здесь готовой системы не было. Топление тоже поставили. Человек здесь кровать будет. Он хотел сюда разделить, да? Он потом передумал. И деревяшкам что-то будет делать. Уже кровать на место. Каждая, короче, тумбочка есть, переключатель и розетка. И там еще мы выставили кабель, туда лампочки будет повесить человек. Вот комната такая красивая. Каждая включатель, розетка, все мы поменялись. Фирма Веко поставили. Полу и здесь не трогали. Квартира полу не трогали, друзья. Да, у нас полу никаком дла. Вот все аккуратно. Лак кондиционеры новые, которые кабель мы поставили. Дырка уже готова. Внизу розетка. Левая розетка. Правая розетка. Сколько телевизионной части. Там розетка, там розетка, там розетка. Везде розетка, короче. Старый дивер. Не трогали, друзья, просто... Сломанное место ремонтировали и покрасили. Вот так. Покрасили, ручку поменяли.
nove. Таком дивер никуда найти не сможешь. Крепкий, очень хороший дивер. Если сейчас новый дивер, короче, поставляешь сюда американский панель, быстро-быстро ломается. Зачем? Она очень хороший дивер. Коридор тоже не трогали, друзья. Коридором никакого дела не было. Внизу, короче, пока живут. Все нормально, ламинанты. Давайте, кухня. Кухня полностью, друзья, и здесь был деревянная. Вот. Полностью поменялись кухня, которая, где шкаф будет внизу, да? Все делали плиткой. И здесь старая квартира, есть такой минус. Где выход есть, это плохой вода, да? Грязная вода. Вход, короче, слив только и здесь. Слив туда сломать не сможем, потому что туда сколько труба идет. Либо сзади труба совсем надо убить. Была стена, вот, человек не согласовал. Вот так оставили. Все, краны на место положили, переверяли. Завтра силиконом закрываем сюда до конца. Все, уже так последнее. И здесь, короче, будет 4 штук розетка наверх, 2 розетка внизу. И здесь посудомашина будет и фильтр для воды будет 2. И здесь будет плитка, пилица и духовка будет. И сверху еще розетка, конечно. Оставили сюда один переключатель сюда, а второй, короче, LED, на LED систему поставили. Вот это LED будет. Завтра шкаф перевезет, устанавливает сюда, совсем другой вид будет. Между прочим, еще окно двойное. Вот такое. Делали, она не была. Все, окном тоже решали. И здесь котель, что вставили, друзья. На это большой вопрос меня придет. Какой котель надо выбирать? Котель, друзья, быть нормальный котель. Котель надо быть хороший котель. Короче, человек дешевле делает. Там Коньялте несколько человек мне писал. У нас, короче, дешевле делали. Котель жрет много. И если котель экономит делаешь, конечно, жрать будет газа. Большой газ будет. Но это Винсман мы выбираем постоянно. Винсман внутри, короче, титаниум есть, который закрывает вода и система, которая титаниум. И внутри алюминиевый. Свет не держит, крест не держит. Поэтому, да, цена немножко дороговата. Connect модель. Вот, аккуратно работу. Все классно. И здесь тоже розетка, мезетка, друзья, немерено. Место кондиционер, кондиционер будет сюда. Вот электричество тоже организовали, поставили. Это газовая система. Вот перевезет на кухню. Еще там просто так стоит. Еще не переключили. Потому что сейчас шкафа будем ждать. Шкаф как раз придет. Они дырка делают и переключают. Будет шикарно. Электричество, друзья. Мы поменяли полностью, видите, там экосистем поставили, и здесь была такой маленький однофазная, и здесь мы опять однофазная, но системе трехфазная мы переключили. Вот когда трехфазная они переключают, будет совсем другой, они тогда ничего менять не надо. Входной дивер тоже поменялись, друзья, дивер красиво, на этот дивер 10 дней ждал. В таком дивере есть, да, такой дешевленько, потому что что? Внутри пустота дивер. На его внутри полно. Видите, сколько ключ. И еще это дивер, который, видите, вот эта система есть. Когда дивер закрываешь, да, вот эта система блокирует сюда. Картам никто не сможет переключить его. Открывать не сможет. Вот. Дивер, короче, шикарный, хороший. Вот свет человек выбирал. Классно. Дальше пойдем. Маленькая комната.
Тоже системы отопления поставили. Человек здесь хочет офис себе. Отсюда хочет, не знаю, там что хочет. Розетка сюда просил, сюда мы поставили. Кондиционеры, короче, розетка на голова тоже есть. Все поменялись. Свет они сами выбирали, друзья. Тоже окно ремонтировали. Двойной открывашка. Вот есть. Вот закрывали. Все, силиконы были. Закончилось. Дальше в комнате поедем. На этой комнате лавунуку. Свет здесь томный выглядит, потому что что? Человек так просит. Что делать, дорогие зрители? Вот ярче надо было немножко. И здесь, короче, кондиционер дырка мы поставили. Говорят, кондиционер надо быть наверх. Мы обратно закрылись. Вот туда краска есть. Будем помазать сверху. Все. Тоже полу сохнел. Все, почистили. И здесь плинтуса поменялись, друзья. И здесь новый плинтус. Везде не поменялись, потому что что? Что говорить? Дальше. Вот, друзья, на этой комнате сами... Любимая комната. Вот здесь человек можно рабочий стол поставить у себя. Вот сюда там лампочки можно повесить. Там можно сюда кондиционер, там лампочки хочет повесить. Либо здесь лампочки, там кондиционер повесить, что хочет. Вот все уже. Все есть. Тоже топление системы. Уже на голова, которая двойную розетку поставили. На этом часто говорят, не надо. Там шкаф, наверное, хочет. Все. Давай здесь тоже покажу, что мы делали сюда. Позже полу делала плитку. И здесь труба хорошая была, не трогали. Побелила стена. Все, металл покрасили, балкона металл. Видите, большой получилось, очень большое. Они не помыли сюда. Вот очень просто, закрываем. Дорогие зрители, вот ремонт таком получилось у нас. Да, здесь 30-35 летний дом. Не очень такой свежий. Что делать? И здесь что мы делали, дорогие зрители? И здесь душокабин. Друзья, душокабин одно часто, короче, назад стоит. Вот эта дверь назад стоит. Вот. Вот она. И здесь еще раз помазали, которые между плиткой. Еще раз помазали. Его ждем сохнет. Тоже полу полностью мы делали плитку. Друзья, наш разговор был, короче, только плитку сюда делать. Остальное надо быть остатки. Но я посмотрел, не подойдет это. Нет. Унитаз поменяли. Новый унитаз. Вот это убираю сюда. Хороший унитаз. Короче, здесь фильтр для воды. Главный фильтр здесь тоже есть. Дома, который вход первый. Вот. Стена мы не трогали, друзья. Старый так как раз осталось. Потому что человек тоже экономичный. Не надо быть. Вот. И здесь дивер, короче, когда мы плитка делали. Вот немножко надо порезать. Дивер туда стоит. Человек завтра кухня, когда привезет, тогда будет порезать дивер немного. Вот, вот. Поддон не надо был, друзья. Зачем поддон здесь? Вот шикарное получилось. Большой. Когда поддон поставляешь, лишний платишь, еще место потеряешь. Зачем?
Труба потом течет, потом это течет. Зачем? Вот наш ремонт закончился. Везде аккуратно, аккуратно все делано. Конечно, выбор человека краска. Мы это не трогаем. Везде плитку одинаковые. Вот еще раз я вам показываю. Вот. Я надеюсь, всех понравится. Но, конечно, эта труба не очень красиво выглядит, но делать ничего. Сколько ломать не сможем. Если ломаешь, обратно закрывать некрасиво будет вообще. Еще там сколько соседей жалобы писали. Да, из центра город жалобы готовы. Сразу они приезжают, сразу недоволен. Вот человек остальной сам, который тюль можно там что-то повесить сам. Мы все реально делали, дорогие зрители. Дорогие зрители, на следующий ремонт, короче, где еще есть несколько человек, которые успеваем потихоньку. Вот, помедленно работаем немножко, но хорошо работаю. Вот, что говорят, дорогие зрители, вот таком квартире человек получил после ремонта. Понравилось? Да, вопрос нет в данный момент, никаком. Если вопрос есть, мы готовы, который человеку помогать. И, конечно, у нас тоже бывает, куда-то забываем, куда-то не помазываем, куда-то что-то забываем, но и потом переедем, исправляем, все помазываем, все определяем, извините, так спрашиваем, что делать, дорогие зрители. Человек здесь будет жить, человек из своего дома сюда, вот. Надо, человек что говорит, надо слушать. Вот такой я хороший человек. Вот, дорогие зрители, люблю вас всем, пока, увидимся. Пишите наши инстаграмы, приду, посмотрю. У нас мы что делаем, друзья, под ключ. И здесь еще солнечная батарея есть, квартира, это тоже ремонтировали. Одно видео я вам все объясняю, это сейчас такое длинное видео, не надо. Люблю вас всем, пока. Друзья, жена за рулем, муж ремонтирует. Так, гвоздик попал в колесо, когда мы отели был, вообще это упал. Воздух его перевезли, ремонт. Остальное все нормально, никакой проблемы нет. Только один колесо, да, большой воздух ушел. Гвоздик есть, человек сейчас ремонтирует, наши сюда радужком. Видите? Давай я вам показываю. Уже ремонт делали. Да. И здесь, друзья, новые тоже есть, короче, если надо, они сразу поменяют, новые поставляют. Машина хорошая, машина. Новые машины, проблемы нету. Да, просто надо помыть его. Скоро сервис. Отвезу. Реально доволен она. Очень любит эту машину. Кто-то живут здесь, пожалуйста. Пока все показываю. Наш кузяяка здесь, друзья. Погода сегодня отличная. Да, реально хорошо. Обратно положит на место. Ремонт делали. Да, вот и здесь был. Сюда. Там сен git gönder benim şeyleri. 175-13. Hadi. Hadi nasıl? Hayır.
Radyo gönder çarjıyla. Unuttum sen yapma. Готово. Можно ехать дальше.